Союз нерушимый. Союз нерушимый в эфире. Начинается эта программа. Спустя две недели мы снова вместе в это время. Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Добрый день, приветствуем всех. Отличная всем погода. Большой привет. Погода завершение хорошая. Рабочего лета. И все еще живем воспоминаниями от такого события, как фестиваль дружбы народов «Месте Вятка». Такой был, я не знаю, кто-то говорит концерт, такие люди были добрые, а я вот вспоминаю, какой был плов. Нет, люди тоже были хорошие, и концерт был хороший, но какой же был плов. В общем, да, наша сегодняшняя тема все-таки... А можете повторить еще раз, чтобы мы... Итоги фестиваля дружбы народов «Месте Вятка». Плов повторить? Нет. Плов вкусный, очень вкусный плов. Итак, наши гости, давайте их представлять. Лунур Гусейнов, президент благотворительного фонда «Азербайджан», председатель комиссии по вопросам гражданского общества, общественной палаты Кировской области. Да. И Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город». Я-то что так много президентов за одним столом, да? Ну, смотрите, слово президента, он может быть вам сменить. Президент должен быть один. Руководитель и так далее. Один и та же организация, свой президент. Итак, события, произошедшие 13 июня этого года. Третий уже, да, фестиваль дружбы народов «Вместе Вятка». Очень жалко, что не смог я поприсутствовать на всех мероприятиях, потому что выдернули меня в это время за город и отказались. Мы тебя искали спичками. Да, да. Выдернули меня за город, что называется. Отказаться я не мог, там решение бытовых спасибо, вопросов. Спасибо, что тебя не было, Володя, потому что ты тоже был в жюри по плову, и твою порцию плова пришлось есть мне. Замена благополучно нашлась. Хорошо, хорошо. А Володя переживал, думаю, ну кто же вместо? Я говорю, ну невозможно найти человека, конечно. Ну, пришлось просто сказать что-то хорошее. Ну что, поздравляем вас и всех нас с состоявшимся. Успешно состоявшимся. Тоже масса материалов, масса фотографий. В интернете все это можно почитать. Некоторые ваши коллеги, знаете, писали, что в Фейсбуке, ваши коллеги, журналисты, что вот они, конечно, были очень критичны в прошлом году, что вот, да, но в этом году просто все было... Справились. Да. Мы да. же умеем. Журналисты сами, вы понимаете, сами признались, написали. Это просто вообще... Не, ну плохо, что критики не было. Просто тогда получается, что нечего улучшать. Пожалуйста, если у кого есть из журналистов, обязательно покритикуйте, потому что организаторам есть еще куда стремиться. Хотелось бы куда-то стремиться, и поэтому нужна критика. Да, нужна критика. Ну давайте пройдем. Без критики и так стремимся. Ну давайте пройдемся, освежим в памяти, что происходило. Ну что, хорошо было? Ну что происходило? Я не сомневаюсь, что происходило. Вот началось все с чего? С парадом. А, с открытия Дома народа. Самый главный исторический момент. В нашей области Кировской зафиксировано эту дату. В Вятской земле открылся наконец-то Дом дружбы народов. Первые лица, уважаемые люди, открыли в 9 утра Дом дружбы народов. 13 числа, раз напомню, утра, на базе ДК «Металлургов». Это очень радовало нас. Никита Юрьевич выступал, Владимир Васильевич выступал. Обещали 13 числа, 3 года назад, нам открыть Дом дружбы народов. И в этот же день, 13 числа, у нас в Кирове появился Дом дружбы народов. Угу. Это какие самые мужчины, дали слово и открыли, понимаете, в 13. Ну, естественно, мы же надеялись. Но мы не так давно в эфире разговаривали с руководителем Дома дружбы народов. Насколько мы поняли, там, полноценный запуск-то он все-таки произойдет позднее. Ну да, да, где-нибудь уже к сентябрю, может быть, и октябрю, может быть... В этих моментах начнет уже полноценная работа. Давайте скажем, что такое полноценная. То есть само по себе это оболочка, которая должна теперь наполняться каким-то содержанием, да? Сутью, концепцией, да? Да. Не, в принципе, там уже все разработано. Можно сказать, что Дом дружбы народов сейчас передали, но там идет еще оформление, я так понимаю, там текущие моменты, документация, передача зданий. Я все равно уважаемых людей все равно буду прерывать, потому что я считаю, что там должности, инструкции, там, помещения, там, это все отлично, это хорошо. Мы много раз проходили, когда у нас есть инструкции, должности, помещения, а работы как таковой нет. Даже концепция есть.
А работа будет? В сентябре месяце начнется полноценная работа. То есть содержательно там уже все, как бы, все знаем, что делать, знаем, как людей привлекать. Естественно. Есть, означает ли это, вот я еще как кировчанин, хоть я и азербайджанец, мне вот еще интересно, да, ну, Дом дружбы народов, что вот вы будете работать только с диаспорами? Или Дом дружбы народов предполагает, что там будут диаспоры там работать, но при этом любой житель Кировской области. Естественно, это для этого и открыто. Дом дружбы народов — это не только для диаспор, не только там, а для определенных там национальных диаспор, да, скажем, или там автономии общин. Это для Вятского края, все жители города нашего и области, гости в любое время могут туда прийти, там, посмотреть, поучиться, что там делают, как диаспоры живут, какие там кружки есть, как воскресные школы, выставки. Национальных музыкальных инструментов. Ну, это все, в принципе, там можно будет посмотреть и быть участником данного проекта тоже. То есть концептуально тоже правильность, как бы концептуально правильность этой ситуации. Ну, этой мы проблемы, это так видим, там. Это мы так продвигаем. Вроде Никита Юрьевич обещал, что это все так и будет. Ну, очень бы хотелось еще, чтобы информация о том, что происходит в Доме дружбы народов и чем дом живет, была общедоступной, открытой, то есть некая площадка, где все можно это почитать. Конечно. Вот то, что, например, список мероприятий. То, что, например, Дом дружбы народов — это государственное учреждение, это хорошо с точки зрения финансирования, а с точки зрения контроля за его деятельностью. Вот оно будет осуществляться национальными диаспорами? Ну, вот там совет будет какой-то там есть, не попечительский, а наблюдательный, в который вы входите, и могли бы там указывать там на что-то, какие-то концептуальные новые идеи продвигать? Эти моменты мы сейчас продумываем. Тогда на первой встрече еще министр внутриинформационной политики Борис Геннадьевич Веснин. Это данное направление будет он курировать, его министерство будет курировать. И, естественно, он сказал, и мы там обсудили, что будет создаваться там совет диаспор, который есть, он уже у нас совет диаспор, и также наблюдательный совет, то, что вы сказали, и будет контролировать деятельность Дома дружбы народов, чем они там занимаются, кто, какие моменты, и как его сделать более эффективным для кировчан, для нашего Вятского края. Но ведь опыт уже есть тех же домов дружбы народов, которые существуют рядом с Кировской областью. Опыт других регионов, это Татарстан, ближайшие наши национальные соседи, да, там Коми, Удмуртия, естественно, Коми, да, там тоже работают очень хорошо, да, работают активно, вот их опыт тоже изучается. Но я надеюсь, что то, что мы предлагаем и предполагаем, так и будет. Но директор вроде назначен, вот у нас же рабочая встреча с ним состоялась, пока вот ждем августа месяца полноценной работы. То есть хотелось бы быть подальше от формализма, от вот этого вот, как бы вот там... Ну, это уже от нас не зависит. Алексей, вот слово «от нас не зависит», вот это вот выражение «от нас не зависит», вот это вот, ну, мне бы хотелось, чтобы от нас как раз, от всех зависело. Вот почему я и хочу, чтобы вот во все эти органы, принимающие решения, что директор не только смотрел в рот Борису Веснину, например, да, а чтобы он слышал, видел и, значит, организовывал и вбирал в себя идеи всех заинтересованных лиц в этом деле, а не только так, что вот, ну, извините, Веснин, он, может быть, никогда специалистом национальным там, культурам, условно говоря, и по дружбе народов. Символически Дом дружбы открыт. Это мы все знаем, видели, слышали. Символически он открыт, но, скажем, фактически там пока идет передача документов. Дом, он пока... То есть та работа, которой никак не избежать. А ее никак невозможно избежать, потому что учреждение, там идет согласование, потому что это государственное учреждение будет. Областное, скажем так, да. Те моменты, там, пожарные, санбинстанции, различных органов, все равно надо пройти. До августа месяца нам обещали это все сделать. А после августа, естественно, пока до августа мы пока не можем ничего там делать. До августа месяца, как нам обещали, конкретно работа будет висеть в данных направлениях. Тогда уже мы будем причем, будем активными участниками, каждый день будем встречаться, каждый день будем там определить, там,
концепцию проекта. Каждый день будем собираться, еще раз говорю, там какие-то открыть кружки дополнительные, чтобы данный район, там, сами понимаете, район АЦМ, там не очень много кружков, чтобы как раз и жители данного района тоже активно могли быть участниками этого проекта. Потому что там очень сейчас есть кружки, которые активно работают. Мы тоже предлагаем, чтобы эти кружки не закрывались, чтобы они дальше продолжали работать. Ну, конечно, конечно. И наоборот... Это может вызвать недовольство тех, кто туда ходит. И эти моменты сейчас пока идет на стадии согласования, потому что я почему сказал, что мы пока ни при чем до августа месяца. С августа уже начнем, естественно, быть... А нельзя вот с точки зрения там вот в теории управления есть такой... Процессы могут быть последовательными, а могут быть параллельными. А нельзя вот процессы как бы, значит, создания сути проекта, да, делать параллельно с оформлением всех этих документов. То есть, вот, иначе мы в сентябре, например, то есть мы всегда теряем какой-то... Иначе в сентябре мы придем и будем заниматься, значит, ну, типа, содержанием, которое еще нет. В сентябре нету. Выборы. А в сентябре еще как... выборы, наверное, никто не будет этим заниматься. Да, совершенно верно, Володя. Три раза у нас официальная встреча три раза состоялась. Неофициально мы практически там созваниваемся с, скажем, министерством, кто данное направление будет курировать. Это Александр Юрьевич Березин. С ним созваниваемся и с ним встречаемся. Заместитель министра. Заместитель министра, да, как раз эти моменты мы с ним тоже согласовываем. Пока они документально те моменты, которые бюрократические моменты проходят, ну, естественно, мы со своей стороны здесь тоже не спим. А то, что уже конкретная работа на площадке будет вестись, это уже с августа, я так понимаю, или с месяца должно уйти. Ну, а сейчас мы тоже с ним уже параллельно работаем, предлагаем свои там какие-то инициативы и продвигаем их. И что бы мы хотели там видеть, естественно, они идут на контакт, пока что вот с ними пока никаких вопросов нет в этих данных направлениях. Мы уже три раза официально встречались, неофициально я уже забыл сколько раз, но эти моменты еще на стадии обсуждения. Как раз то, что параллель вы имеете в виду. Параллель, хорошо. Ну, то есть с сентября что мы? То есть мы работать начинать будем с сентября. То есть я вот просто, я специально задаю эти вопросы, провоцирую вас на эти ответы, что люди, наверное, вот вы говорите, что открыли, люди спрашивают. Вы говорите, а с сентября будет работать. Значит, с сентября люди могут туда приходить, и уже Дом Дружбы Народов будет полноценно действовать в соответствии с его там содержанием. Может, даже пораньше. А если не будет? Нет, не будет. Ты что? Мы уже готовимся. Мы дополнительно каждая диаспора уже начинает там свой весомый вклад внести. То есть, видите, Эльнур сегодня так за всех отвечает. За Веснина, за Березина, за директора. Значит, то есть сентябрь... В общественной палате, почему я отвечаю, знаете, информацию в общественной палате Кировской области, знаете, что я являюсь председателем рабочей группы по межнациональным, межконфессиональным сотрудникам, должен это знать. То есть ты сегодня за всех и говоришь, что ты знаешь ситуацию так, что в сентябре начнет полноценно Дом Дружбы Народов действовать. Может быть, даже пораньше начнет. Окей, уважаемые слушатели, да, вот, значит, всех, собственно говоря, с сентября приглашаем полноценно участвовать в работе Дома Дружбы Народов, да, приходить. Ну, естественно, там не только песни, пляски будут, там будут выставки различные, музеи. Ну, наверное, курсы языков, серьезные темы будут, проблемные подниматься, нарисовали. Встречи, конференции какие-то. Все. Какие-то межконфессиональные там межконфессиональные, межнациональные, уже с левыми структурами неоднократно встречались, там по борьбе терроризма, экстремизма, с ними обсуждали эти моменты, там профилактически, там с молодежью встречи, естественно, будет проводиться на данных площадках. Ну, ждем пока месяц август-сентябрь. Диаспоры как вас приняли появление дома? Все единодушно, единогласно, положительно? Естественно, очень положительно, и все готовы, очень активно работают. Вы видите, мы сплоченно так провели парад Дружбы Народов в Кировской области. Мы провели плавно переходим на фестиваль. Да, сплоченно провели фестиваль национальных культур Кировской области, который вообще мы по параду являемся координатором всероссийским, да, сейчас об этом Вячеслав расскажет. Ну, также там сплоченно будем работать, дальше продвигать. Итак, с открытия Дома Дружбы Народов в 9 часов мы плавно переместились на улицу Воровского, Володарского и Московской, где народ собирался на парад. Да, все так организованно, кто был на Доме Дружбы Народов, сели в автомобили и быстренько приехали. Ну, там на все, конечно, потому что на параде очень много народу было, планировали больше, как бы количество народ, людей там 500 человек, а пришли гораздо больше народу. Да, да, да.
потому что там все-то туда не могли поместиться. Ну, то, что главы диаспор, первые лица, плавно переместились до Володарского, Московского, и оттуда дружно парадом, каждая национальность в национальных одеждах, под национальными флагами шли Александровский сад на открытие фестиваля национальных культур. Я вот передаю Стефану Славу, Вячеславу. Да, все удалось, Вячеслав, вот что расскажет. Планировалось по фестивалю, как бы, да, и, значит, ну, по параду, по фестивалю, вот, как... Ну, цель ведь фестиваля, как бы сказать, нет какой-то пройтись там каким-то стальки-то рядами, там, в таком-то количестве, там, не знаю. Ну, я видел, пару раз по три человека пытались построить, но никак не получалось. Все время становилось по шесть. Поэтому цель все-таки этой акции, этого шествия не сколько в каком-то конкретном количестве, там, да, а, наверное, сколько в неком атмосфере, настроении, которое создает вот это вот. Ну, вот это было целью, да? Да. Удалось достичь? Мне кажется, такой позитив. Вот третий раз мы проводим уже парад с Ильнуром, да? И третий раз мы видим какое-то такое вот единение, вдохновение, такой позитив от того, что вот колонны, шествия, люди, они идут в своей национальной одежде, поют свои песни, зачастую там люди пришли своими национальными инструментами и прямо в колонне пели. С самоварами, с чайниками. То есть это очень позитивное, прежде всего, мероприятие, которое такое, знаете, заряжает какой-то энергетикой доброй. Вот. Поэтому мне кажется, что вот это у нас удалось. А потом в этом году... Представители Индии, кстати, да, были. Индии, были. Да, по-моему, носители даже... индийской культуры. Носители индийской культуры. Не то, что представители Индии. То есть мы не можем сказать, что там их отправили из Индии. Но есть люди, которые в Кирове, вот они, так сказать, близки к этой культуре. И они решили под, в этой одежде там, да, к этой национальности приблизиться и выйти на парад. Кроме этого, у нас, по-моему, впервые за все годы... Туркмены. Присоединились. Да, впервые за все годы грузины. Да, грузинская очень, я увидел, действительно, да, большая была, достаточно для грузин, в Кирове большая была. Находили. Простите, почему? Раньше они не принимали участие? Ну, это ведь, вы понимаете, то есть мы ведь никого за руку не тащим, да. То есть мы не пытаемся там кого-то вытянуть и заставить, да. Тут суть в том, что мы создаем такие условия, атмосферу, в которой людям хочется оказаться. Кстати, Володя, там я подошел к ним, я сказал, так, где вы были? До сих пор, да, до сих пор наши передачи не принимали участие. Так что они взяли телефон и сказали, что обязательно придут и будут участвовать в нашей передаче «Союз нерушимый». А давайте в следующий раз, кстати, еще такое расширенное путешествие в Грузию. Так, товарищи грузины, кто были, вы помните, да? Вот Володя предлагает на следующий раз вам участвовать. Тем более, что грузинских кафе в городе становится все больше. Да. Это важно. Это тенденция какая-то, понимаете, определенная. Значит, востребовано. Да. И слава богу. Значит, идут люди. Да, если люди радуются, празднуют, если люди идут вместе отмечать действительно за столом, значит, грузинским, с отличной кухней. Ну, мы уже говорили, да, про грузинскую еду разговаривать сложно, лучше сразу спеть по-грузински. Грузины, туркмены, туркменов обидели, туркменов-то уже будем приглашать. Да, туркмены впервые в этом году туркмены. А где вы их нашли, кстати? Вот находим, работаем. У нас работает федеральный портал акции «Парад дружбы народов». Сайт называется «Национальный колорит». Он открыт в доступе. И там есть возможность зарегистрироваться, стать участником парада или координатором парада в своем городе. Вот. Ну, в Кирове это уже место как бы занято. Вот. А, например, в Донских Полянах... Ну, места-то помощников координатора, по-моему, свободны там. Есть город Слободской, например, Донские Поляны, в Кирово-Чепецк, везде ведь эту историю можно внедрять. Там есть другие города России. Поэтому на этом сайте они увидели сайт, зарегистрировались, в смысле, вышли на нас, мы их пригласили, все получилось очень просто. Здорово. Там тестирование потом никакого не устраивали? А точно туркмен? Точно? Не, я специально задал вопрос. Генетический анализ. Я даже паспорт проверил там у них. Да, на самом деле родились в Туркмении, Туркменистане. Это же проверяем. В следующий год они даже хотели принять участие в Кубок Дружбы Народа по футболу. Вот так вот, то есть не просто так. На футболе же тоже мы всех паспорта проверяем. Кстати, да. Да, конечно, вдруг там, три года назад как раз на Нововятске проводили первый фестиваль, у нас там такой момент был, что за дагестанца русский играет. Да. Или же за татарина играл, по-моему,
дагестанец. Узбек или там что-то такое. Так было. И за узбеков играл азербайджанец. Хотя татарина и узбека сложно перепутать, наверное. Кстати, про футбол, давайте, да, на футбол. О футболе результаты нынешнего турнира. В этом году футбол не просто футбол там, да, был, а в отличие от прошлых лет, футбол был, так сказать, внутри такого некого проекта отдельного, который мы благодаря поддержке администрации города Кирова, благодаря поддержке главы администрации, главы города Владимира Васильевича, реализовали проект, называется «Спартакиада дружбы народов». И внутри этого проекта как раз был Кубок дружбы народов. Одна из дисциплин, да, футбол. Кубок дружбы, борьба куреш. Вот, естественно, каждый год у нас там гиревой спорт, ГТО. Подтягивание. Да. Национальные игры. Подтягивание. Да, да. Вот, и национальные игры была отдельная площадка. То есть, это вот некий такой отдельный проект внутри фестиваля «Спартакиада дружбы народов». Он в этом году состоялся, и мы благодарим за поддержку администрации города Кирова. Ильнур? Ну, давайте вот об итогах тогда. Ну, то, многие что по футболу, потому что 3 года практически я его организовал. В этом году тоже, 3-й год уже организовали. Значит, приняли 8 команд участия. Первые 3 места я назову. Абсолютными чемпионами стали команда Азербайджана под названием «Карабах». Угу. 2-е место заняли, значит, русская команда, команда «Киров», так и называется, там русские ребята играют, команда «Киров». А 3-е место заняли команда «Египтяне». Египтяне? Да, сборная Африки их команда называется. Да, 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 там, наверное, не только египтяне. Ну, не только египтяне. Сборная Африки, да? Сборная Африки назвали, там Конго, Египет, вот ближайшие вот эти соседи. Команда сборной Африки, 3-е место. А все последующие места уже поделили там узбеки, дагестанцы, там таджики, армяне. Еще вот они между собой поделили вот остальные еще 5 мест. Ну, поздравляем вас. Спасибо. Старались, работали. Ильнур играл? Нет, я... Там был, он организовывал, а также там бегал пока туда-сюда, за каждый гол болел, конечно, только накричался, а к вечеру у меня же голоса нет. Я помню, даже Азиз Алиевич мне звонил, я не понял, что у тебя с тобой. А футболисты, поздравляем. Да, поздравляем, конечно. Сборную. А футболисты-то это кто, ребята, парни? Это члены нашей диаспоры были, нашего... Они учатся в школе, студенты, они работают. Студенты, молодые ребята, там. Играли специально от 18 до 35 лет. Сейчас организовываем уже 2-й этап. Это среди ветеранов. Угу. От 40 там и выше. Когда это вы организуете? Может, я приду поиграю? Вот я думаю, что на следующей неделе, в воскресенье, будем организовывать среди ветеранов уже команды. Угу. Где? Я думаю, что также договорились, пока по стадионам не определились, или же будем играть на Искоже, или же будем играть в Прометее. Потому что стадион Прометея очень понравился. Вот в этом году как раз кубок по мини футболу там проводили. Там стадион очень хороший, чистый. В принципе, возможно, там, если договоримся, там же будем проводить. Ну, давайте вернемся к фестивалю, да? Я еще хотел сказать, у меня почему-то есть уверенность, что если бы сделать сборную из всех вот этих 8 команд, которые принимали участие, мы бы на чемпионате Европы выиграли бы. У нас есть уже команда дружбы. Команда дружбы, так и называется. Дружба народов. От разных национальностей сборную мы собрали. То есть это будет российский турнир какой-нибудь? Мы на Кубке мэра будем играть. Кубок мэра? Да. Будем играть. Я думаю, что покажем себя. Лучших игроков как бы... С каждой команды отбираем, да, лучших игроков. Надо, чтобы они сыгрались. Они играют хорошо. Мы уже участие приняли в прошлом году. В этом году уже тоже... Тренировки, чтобы там совместные... Каждую неделю выставьте их против ребята. «Динамо» Кировского, чтобы там... А, кстати, там есть пару ребят, которые тоже азербайджанцы. Они там как раз в команде «Динамо» играют. Смотрите, да? Почти что профессионально. Причем почти что профессионально, раз они официально в команде. Юниоры официально играют, это радует. У нас пауза небольшая, нам нужно это сделать прямо сейчас, в середине часа, и скоро продолжим. Союз нерушимый. Продолжается наша передача «Союз нерешимый». Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Да, наши гости Ильнур Гусейнов и Вячеслав Тихонов. Да. Мы продолжаем наши разговоры в перерыве сейчас. И вот перешли уже к другому еще фестивалю. Фестиваль семейный, да? Можно просто подробнее? В рамках фестиваля «Дружба народов» проходил у нас такой фотоконкурс с одним из сайтов города Кирова. Фотоконкурс у нас «Моя большая многонациональная семья».
Вот люди прислали фотографии, мы их... Большая многонациональная, то есть обязательное условие... Что, это... фотографии там семьи или друзей разных национальностей, uh-huh. вот. Собственно, как такового конкурса не было, просто мы предложили людям что-то вот такое показать, видишь, мы же все, как говорится, все где-то как-то кого-то, если там потереть немного, кто-то где-то как-то... Неожиданные корни всплывают, да? Это такая импровизационная история была, но мы рады, что вот нас кафе «Диаланд» поддержал и выставил приз, там еще ряд других партнеров автосалона, поэтому мы, собственно, с большим удовольствием конкурс провели, раздали. Вот. Представители там, по-моему, азербайджанской семьи победили. Да. Опять азербайджанцы победили. Слишком многонациональные были, да? Давайте возвращаемся к параду. Итак, огромное... К фестивалю. К фестивалю, да. К фестивалю. И вот это шествие большое, красочное и веселое подходит к Александровскому саду. Ну и там все, что душе угодно, да? Ну и там все видели, наверное, большой флаг. Мы в этом году заказывали в рамках проекта, естественно, флаги всей национальности, которые проживают в Кировской области, там 14 национальностей, а также республики, которые участие активно принимают. Которые принимали участие, не только проживают, да, принимали участие. Их флаги были, и все дружно, все эти как раз руководители диаспоры, несли как раз... Было построение там, да. Да, и несли этот флаг прямо там в Александровский сад, повесили, а потом уже началось открытие первых лиц, и все, ну, кто видел, уже там детально рассказывать, наверное, не будем, но было очень красочно. Давайте от деталей, вот, Вячеслав, вот мне понравилось, как Вячеслав, вот это про настроение там все. На самом деле, я был внутри, как бы, этого парада, но хочу вот от вас, как бы, потому что там действительно обстановка была очень и очень... Теплая. Очень теплая, да. Ну, вот, вот эти вот ощущение, чувство, когда вот ты идешь, а люди со стороны, которые встречают этот парад, когда ты заходишь, это, и хлопают, и снимают, и машут, радуются, и радуются, да. И вот про эту обстановку, да, мы прошли, мы зашли, мы построение, открытие было, там все понятно. И дальше вот эта вот обстановка, значит, вот все это настроение. Вот, Вячеслав, вот поподробнее, как бы, вот про все про это. Ну, это, знаете, это как про плов говорить, какой он был вкусный, вы понимаете? Но это надо участвовать. Своими глазами это все видно. Ну, я вот рассказываю, конечно, и я бы сейчас сам, как бы, начал рассказывать про все про это. Там, ну, просто, мне кажется, было хорошо. Ильнур, там, так сказать, он тоже в этом больше был погружен, чем я. К сожалению, у меня очень много было организационных вопросов, но я приехал специально на начало парада, проводил парад там до какой-то определенной точки, когда уже вот и я увидел, видели вас там. Да, было так здорово, я специально сделал прямую трансляцию в Facebook, Владимир, наверное, был, даже задача, если был интернет, наверное, посмотрел. А, нет, у меня там интернета. Хорошая дача у вас. Трансляцию в Facebook, да, и видел, что люди там в Facebook подключаются, смотрят, и тут люди на тротуарах стоят, дети, семьи там. Это вообще было очень, мне кажется, так как-то прям, не знаю, прям так вдохновение какое-то от этого всего. И... Люди подходили и все говорили огромное спасибо. Ну, кто знал, что... Даже до сих пор говорят, на самом деле, когда видят, подходят. Потому что единственное такое позитивное, как бы общественное мероприятие. Вот, никуда туда никто никого не загнал специально. Это люди сами. Не было такого, что вы должны привести столько-то людей. Такого не было, нет. Конкретно. И люди сами шли. Нас спрашивают, сколько будет людей на параде? Ну, в процессе подготовки же мы в администрации города Кирова очень много организовали. Они задают такие вопросы, сути, обычно. Да, работа, все понимаем, да. Но мы, как мы можем, сказать, там люди приходят и встают в колонны. Встают, каждый по выбору под флаг любой. Да, да, пожалуйста, какой вам близкий. Ну, вот, примерно мы собрали данные, там 400-500 человек от каждой диаспоры, участники там. Это изначально там изначально, базовая, да, там цифра. Базовая. А тут, то, с чего начиналось шествие. Да, да? А тут вообще, как бы передают, что там, неформальные данные есть официальные данные, но предварительно там около там тысячи. Кто-то говорит 1000 человек, кто-то говорит 1500 человек приняли участие. Но для нас это как бы не важно, сколько человек, главное, они все, как Азиарий сказал, и Слава, да, там дружно шли. Друг другу брали. Очень тепло было, да. Песни поют. От флага к флагу бегали, да, потому что запели казаки, все сюда. Там, да, азербайджанцы, значит, сыграли на инструментах и, значит, танцуют все сюда. Значит, дагестанцы заводят свою, значит, лезгинку. Марийцев, в этом году было марийцев из трех городов. Марийцев. Да, да, да.
да. Удмурты, из Удмуртии, да, и из нашего местного Светозарева. И с ансамблем. Да, да, очень, да, все так прям... Здорово, да, 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 да. Татары из Малмыжа, из Вятских Полян. Даже был один коллектив, они для того, чтобы приехать к нам в Киров на фестивале, надо было переплыть реку до Малмыжа, да, доехать. Малмыжа до определенной точки, да, да, Вятку, да. Малмыжу встретиться до определенной точки, доехать, и уже потом только еще 300 километров сюда ехать для того, чтобы принять участие в фестивале. Ну как же такое не запомнить, вот, да? Вот такая история. Да, ну, а давайте о гвоздях как бы еще поговорим, потому что, ну, на фестивале, само собой, были гвозди программы, которые вокруг себя собирали большое количество, значит, людей, жителей города, которые отдыхали там, да? Давайте поговорим о гвоздях. Эльнур Вячеслав, ну, да. Ну, я думаю, что в первую очередь надо отметить, что в этом году очень здорово и красиво была программа открытия самого фестиваля. Вот, и программа, вот конкретно открытие, и вообще сама творческая программа фестиваля была создана, значит, при поддержке управления культурой и администрации города Кирова. И мы лично благодарим Марину Александровну Исупову за этот вклад. Это было здорово, начальник красиво, управления. Необычно. И, конечно, очень много вложено было нервов. И управление культурой своей работы перед днем города, как говорится, достаточно. Так, там, да? Давайте не будем употреблять острые слова, нервы. Было много вложено позитивных эмоций. Много, да. Поэтому было здорово. Души. А потом дальше уже в творческой программе принимали участие просто коллективы разных национальностей, причем не из Кирова. Некоторые коллективы, много коллективов не из Кирова. А самая дальняя точка, откуда приехали? Из Азербайджана. Да, да, да. Специально у нас приехал Пахливан, это богатырь Азербайджана. Амир до сих пор в интернете все его обсуждают. Он так там красиво. Да, это видео. Там, Амир там был хорош. На волосах, да, там, да, на волосах, да, да, там да, людей раскручивал. Да. Но как он гвозди гнул, да? Армянский коллектив был очень классный коллектив. В этом году вообще все были хорошие. Да, очень здорово. Дагестанский коллектив, да? Ну, дагестанский коллектив, по-моему, сразил всех на повал там. Это коллектив, да, который не отпускали. Люди слова, не отпускали. Сразил. Не отпускали. Значит, ну, конечно, энергетика каждый была. Каждый коллектив, да, по-своему, да, хорош. Да, ну, да, вот да. Для меня нет приоритета, что какой-то там лучше. Для меня то, что красиво выступили, главное, что народ порадовали. Люди были радостны. Смотрите, какой бы коллектив ни выходил, все равно люди радовались. Вопрос в том, что обычно люди говорят про лезгинку. Вот там вышли, там станцевали лезгинку. Здесь этот коллектив наконец-то показал, что такое настоящая лезгинка. Да. То есть это не просто там кто-то перед кем-то, извините, выпендрился. А это нормальный национальный кавказский танец. Вот. Вот, собственно говоря, люди наконец-то, ну, мне кажется, что жители увидели наконец-то, что такое настоящая лезгинка, и почему его и когда танцуют. Его танцуют в празднике, при хорошем настроении там, и так далее. А не просто вышел на площадь и начал танцевать там, лезгинку. Понятно. Вот. Поэтому... Марийский коллектив был очень хорош. Да. Вот, красиво, да, танцевали. Да, да, да. Они, да, молодцы, да, тоже. Очень хорошо. Индийский танец был. У марийцев национальная одежда такая очень яркая. Да, да. И, ну, татары ведь у нас тоже там были, да? Отличный коллектив. Из Малмыжа, отличный, вот, Сернура, Гиренью, как раз про который, да, я говорил. Ага. Там вообще. Да, и пели, танцевали, заводили там, как бы. Здорово. Вот, и, конечно, и азербайджанский сас прозвучал там, да, на сцене, да. Вот, нет, на самом деле... Ну, старались очень много национального колорита добавлять. Но я думаю, что народ оценивал это все. В следующем году еще ярче сделаем. Потому что, на самом деле, это для нас... А что, есть куда ярче? Ну, думаем же. Вы знаете, мы размышляем над тем, чтобы, так сказать, Киров... Ну, это опять же, вот вы знаете, ну вот... Чтобы Киров стал некой такой базовой площадкой для того, чтобы провести... Всероссийский парад. Да, всероссийский, нет, всероссийский парад должен пройти в каждом городе, как он сейчас проходит, и мы к этому идем там, да. А, мы уже обратились в Федеральное агентство по делам национальности после видеоконференции в Общественной палате Российской Федерации о том, чтобы провести фестиваль дружбы народа всероссийский, и, ну, и каждый год, чтобы он проходил в разном новом городе, да. То есть сейчас есть такая практика, есть такое мероприятие, называется Федеральный Сабантуй. Ну, естественно, он проходит под патронажем Казани, Министерство культуры Республики Татарстан, и он каждый год проходит, соответственно, в каждом новом городе. И тут ведь я как бы, а почему бы нам фестиваль-то дружбы народов российский, всероссийский, где будут представлены все национальности и культуры, проводить каждый раз в новом городе? Ну, вы осознаете, что каждый раз, делая все лучше и лучше, вы как бы себе
планку поднимаете, поднимаете. Не боитесь, что в какой-то момент там лишь бы горожане, не выдержите? Лишь бы горожане не были против, как говорится, что мы тут перекрываем дороги или там... Главное не забывать это делать интересно. Да. Да. Душевно. Интерес есть, значит, это проводим. Да. Мы же делаем это не для себя, а для всех нас. Вы знаете, что все отмечают, я вот вам скажу, а вы прокомментируете. Все отмечают, что это мероприятие делается не для галочки. Ага. Да? Ну, об этом это вот люди говорят об этом. Они говорят, что ну понятно, что ребята это делают от души. Вот да, вот вы это вот сможете вот этот вот уровень как бы душевности вот сохранить. Вот именно что. Потому что ну, тема вот, не для галочки, она здесь очень важная. Выходя там, на связь с тем же федеральным агентством, там тоже какие-то, наверное, требования. Да, начинаются галочки или там палочки. Они обычно вначале это в открытии торжественной части, потом все, когда почетные гости уезжают из Александровского сада. А теперь гуляем. Ну да, это тоже верно, правда. Я там даже слышал, вот видите, первый лист. Там пришли, даже сами чиновники сказали, после, как раз мы сидим, отдельный шатре для гостей, сами чиновники, высокопоставленные чиновники подходят к нам, благодарят. Естественно, там у нас отдельный плов был, мы там всех кормили бесплатно, там, ну, кого знали. Вот они сами артистов приходят, да, артистов, участников, подходят сами и говорят, ну, ребята, вот реально молодцы, низкий вам поклон, что такой праздник был, провели. Очень вам огромное спасибо. Почему? Ну, это дорого стоит. Первые лица здесь. Ничего не меняется. Ушли они. Ничего не меняется. Все ну, в смысле, было так же душевно. Да, так же. Вот все вот, как бы, люди друг к другу начали, сплочение, знакомство, все разное, там танцы, разные площадки были просто у нас. Тут танцуют, тут поют, тут отдыхают, тут куреш, тут гирь, там на сцене выступают, там плов. Тут ремесленники торгуют интересными поделками. Кстати, это можно расширить в будущем. У нас 2 минуты остается. Давайте все-таки про гастрономическую составляющую. Кто в конкурсе плова-то победил? Нет, как не говорите про гастрономию. Не говорите про гастрономию. Опять азербайджанцы. Я ставил на узбеков. Мне интересно, что мы каждый год душевно все готовим. Нет, вы не рассказывайте, где этот плов делали. Мы сами туда будем ходить и есть. В кафе «Диалан». Пожалуйста, приглашаем. Сколько вообще участников было в конкурсе? Много. Много? Ну, смотря как считать, по казанам или по торговым точкам. 18 участников. Сколько казанов было? По-моему, 12 казанов. 12 казанов. Больше 14. Больше. Больше, да? 18, по-моему. 23. А где? Я 18. Подожди, какие 23? Нет, 23 было. Не, 23. До конца, конечно, до конца. Еще нас считать 24 казан. А, вот так вот. 24 казана плова. Так, понимаете, 4 тонны плова приготовлено. Теперь ты поедешь на дачу в следующий раз. Я буду всеми силами открещиваться. Но я каждый раз, когда вот мы это мероприятие делаем, я утром, когда просыпаюсь, в 6 утра перед мероприятием, или в 5 там приезжаю, там 5-6 уже в парк, да. Я думаю, вообще придет ли кто-нибудь сегодня или нет? Вот так вот думаю. И так охватывает ужас. А вдруг никто не придет сегодня? А я вообще не спал. Аллея чая. А потом там увидел. Аллея чая было прекрасно. Какие отзывы? Супер. Люди подходили там на самого аварии, там чай тут же готовится, тут подается. Очень Иван Чай, ребята местные, которые занимаются заготовкой и продажей оптом Иван Чая местного, они прямо там проводили дегустацию, заваривали, всех угощали. Молодцы. Вообще, национальные было, там да. Напитки тоже было, там, даже бесплатно раздавали людям, потому что люди там знакомы, там у нас, допустим, азербайджанский национальный напиток давгу приготовили и айран. И люди-то не знают. А вот я к этому не успел. Два флакона приготовили, один бесплатно всем раздали, чтобы вкус почувствовали. А потом, говорят, опять уже второй выкупили. Здорово, здорово. Такие воспоминания остались. Еще и раз, учитывая, да, была еще, раз еще скажешь, социальная цена, потому что в этом году, благодаря Агроальянсу, опять же, был тонна риса, всем раздали бесплатно, и цена была социальная. Имеется в виду, что раздали торговым точкам, мы сам. Ну, вот соответственно, и плов был дешевле, чем мог бы быть. Да. Потому что когда в первый год, ну, по-моему, рублей по 200 даже был плов. Все, вот все больше 120. Про вкус, чтобы Володя больше облизывался. К сожалению, мы... Ну, сейчас вынуждены завершать уже программу, да. Чтобы опять же принимали 13-го числа. 100%, 200%, 300%. Нет, ну, для этого те же самые даты в следующем году. Надеемся. У нас
если поддержат. Если нас поддержит проект, то да. Будем проводить. А если не поддержит? Не знаю. Все равно сделаем. Будем думать. Все равно сделаем. Сделаем, все равно. Здесь прямо, в этой студии. В этой студии. Конечно. Ну, блов как минимум. Ну что, на этом завершаем нашу передачу «Союз нерушимый». Через 2 недели мы здесь же. Здесь же. Слушайте. Всего доброго. До свидания. До свидания. «Союз нерушимый».